Кот Вижен и кошка Лапки переселились в мурдом из подвала дома на Пионерской. Их принес неравнодушный волонтер приюта в разное время. Первым был Вижен, которого в шутку называют жирным из-за его упитанного вида. В свои 2 года он весит около 6 килограммов. Он ласковый, нежный, но к рукам не приучен, как и многие из наших питомцев. Вот, подойдет в семью в любую, с детьми, без детей. Детей он очень любит. Когда у нас экскурсии, он бежит самый первый, чтобы обняться, поцеловаться. Через год в приют принесли сестру Вижна – Лапки. Необычное имя кошка получила за похлопывающие удары лапками, когда ее кто-то гладит. Еще одна особенность – косые глазки. Любит нежность, ласку. Подойдет в любую семью. Они оба здоровые, они оба привитые. Забирайте, будем очень рады. В приюте Мурдом находится более 100 кошек. Одна из них может стать вашим другом и любящим членом семьи. Выбрать и забрать питомца можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону +7 908 762 09 51. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.